Алло, алло. Алло. День добрый, здравствуйте. Слушаю вас. Еще раз. Слушаю вас. Я вас разбудил. По-русски, пожалуйста. Кто это? Будь прибезны. Кого? По-русски могли бы говорить? Я по-русски говорю, кто это? А кто это? Это банк, Форус. По поводу звания Марины Викторовны. Скажите, пожалуйста, кем вам приходится она? Марина Викторовна? Марина Викторовна. Вы по-русски сейчас записываете? Марина Викторовна, да. Почему? Вы русский не совсем хорошо знаете или что? Нет, просто вы, может быть, не проснулись, но речь у вас невнятная. Могли бы вот просто внятно изъясниться? Да ладно, нормальная речь. А Форус-банк — это имя такое у тебя или что? Нет, имя у меня Павел. Слушай, а что, сразу не сказал, что тебя Павел зовут? Представиться Юрой, могу Виталиком представить. Нет, да давай так, как тебе обращаться, как тебе нравится. А то я ж тоже начну выбирать, как меня зовут. Ну хорошо, меня Павел зовут. Ну и отлично, Павел. Слушайте, а что тебе от Марины надо? Мне необходимо с ней переговорить по поводу ее долга перед банками. Она ушла в магазин, телефон дома оставила. Что она? Телефон дома оставила? Да. А это вообще ее телефон, что ли? Ну, слушай, я думаю, что ее... Ну, слушай, ну говорите нормально, что вы как мямля там... Слушай, чувачок, ты тут... Разговаривайте нормально, какой сейчас. Вам я чувачок? Вчера выходные... Где брат? Юлия Анатольевна тонет? Дайте ей трубку, сами идите гуляйте. И тебе говорю, она ушла в магазин. Кто ушла-то хоть? Кого ты там спрашиваешь? Кто ушла, говорю, кто именно? Кого Марина ты спрашиваешь? Или Юлия? Трудный, что ли, или что? Я изначально и Марину спросил, трудный это вы. Чего ты взял, что я трудный? Я сижу дома, по отдыхаю после вчерашнего. Что тебе надо? Что передать или мне, что сказать? Не знаю, или Марина Викторовна, дайте ей трубку, а сами отдыхайте дальше, вас чувак. Никто трогать не будет. Даром не меня нужны меня. Трогать ты? Ты тут приедь хотя бы просто пать свою. Ой, разу, я тебе зубы повышибаю, что я тут собрался. Фу, да успокойтесь. Давай. Вы себя давай, кем ладно, там возомнили, хотя... Переходим на нормальный разговор. Ты меня испугать попытался, успокойтесь. Я тебя оба дайте не испугались. Дайте трубку, Марине Викторовне, отдыхайте дальше, отдыхайте дальше. Никто вас не пугает, юноша. Вы успокойтесь, пейте водички. Юноша. Я думаю, это вам сейчас очень поможет. Что поможет-то? Водички, испейте. Я пиво выпью. Вы говорите, что после вчерашнего, я думаю, что у вас... Давай, вы сейчас просто, наверное, резко голову подняли, когда ты, я позвонил. Слушай, нарезка, у меня просто настроение. Ты, господи, да дай сказать. Я ж тебе извиниться хочу. Ты не согласен, что ли? Я оскорбился что с тебя? Что вы несете? Или что? Что вы несете хоть, а? Что вы несете? Что вы по жизни обиженные, смотрю? По жизни обиженные. Красавчик. Слушайте, а вы где находитесь? На Пугачевской? Нет улицы? Не-не, мы с Мариной в гостях. На Мясницкой, нет? А? Где вы в гостях-то? Мы на Буховской обороне. Еще раз. Буховская оборона. Буховская оборона? Буховская оборона, да. Ты не знаешь, да? Так, адрес какой? Нет, я не знаю, где. Приехать вы можете говорить мне, слушай, слушай, что подожди, проблема встречи или что? Подожди, подожди, а что ты подъехать тянешься сюда или что? Вы мне адрес назовите свой просто. Я тебе и спрашиваю, зачем тебе да? мой адрес? Ну, окей, Буховская оборона, 12. Буховская оборона? Ага. А что, зачем тебе, слышишь? Да тихо там, тихо. А ты как хирург разговариваешь. Квартира. Тихо там, кафель мне, блядь. Квартира. Ой, красавчик, куда? Вы, мне кажется, вот немного неадекватно. Да тебе кажется, ты перекрестись, да и все. Я тебе вообще хотел с тобой нормально поговорить, а ты что-то так... Так я вроде нормально, что-то странный какой-то, хихикаете. Смех без причины, признак дурачины. Я в курсе? Да я нормальный, да, ну меня, ну дурачок, и что теперь? Понимаешь? О, да, да, да. Все, да, если да, вы да. в этом сознаетесь, давайте мы беседу прекратим. Я чуть да позже, ладно, если позвоню, могу Марину Викторовну? Не нравится. Марину Викторовну могу услышать чуть позже по этому телефону, да я не правильно? Знаю, что у тебя за слуховым аппаратом. Давайте можешь я через часов позвоню, она за фильмом побежала, потому, да? Потому что ты как со мной разговариваешь, Магазин. Ты вообще никого слушать не можешь. Ой, вы да, отдыхайте, ой, я да говорю, отдыхайте, там, отдыхайте, отдыхайте. Он сидит, отдыхайте, испейте водички. Я вам перезвоню через час. Я слышишь, вам через ты, час Паша, перезвоню. Павлуша,
Через Марина, если бы вернется, вы в нее потыкаете, в Марину. То я с тобой мне бы тоже стал говорить надо. Нормально. Ты меня слышишь? Адекватно воспринимаешь человека? Я говорю, тыкать будете в Марину. В Марию вот я буду тыкать, тыкать, когда мне хочется. Будете. Если тебе завидно, то обратись к кому-нибудь, своему коллеге. Да, абсолютно не знаю. Все, я даже противно разговариваю с вами. Все, прекратите. Да ладно ты, слышишь, давай говори. Я перезвоню через часок, надеюсь, ты слышишь, Марина. Все, говори, начинай.